Хочешь первый получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все, вуаля, ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал, и моим подписчикам. Сегодня прилетела вот такая вот интересная посылочка. Долетела за 12 дней с момента оплаты. Это новый Powerbank. Давайте открывать и смотреть. Доставили новой почтой курьер. Что удивило, очень быстрая доставка этой новой почтой. Новый Powerbank, это не Xiaomi. Потому что у меня один Xiaomi есть. А это решил заказать второй на пробу. Вот так много тонн пупырки. Заявлено 10 тысяч миллиампер. У продавца есть он в трех цветах. Вот такой вот красавчик. Серия Мозаика, Powerbank, фирма USAMS. Смотрите, оригинальная коробка. Есть штрих-коды. Стираем, проверяем на сайте. Вот сайт, QR-код заходим. И вот стираем поверхность и проверяем на оригинальность. Заявлено 10 тысяч миллиампер. Цена $15. Ссылка в описании. У них было в трех цветах. Было в синем, в черном и в белом. Ну, мне захотелось вот в синем. Смотрите, вот такая вот напоминает Blackview A5 поверхность. Наверное, делается на одном заводе. Вот это пластиковое покрытие. Вот такие вот характеристики, смотрите. Два выхода у него. Раз, два. Этим мы заряжаем микро-USB-шкой. И вот здесь сделаны 4 отверстия. Сейчас увеличу. Показывают зарядку Powerbank'а. Включается он, по идее, вот так. Сейчас Powerbank, как мы видим, 3 LED лампочки горят. Из-за мелких шашечек не может сфокусироваться. Идет очень супер длинный кабель. Это мне всегда нравилось в китайцах. Экономия должна быть экономной. Также идет гарантийка. Собран он в июле месяце 2017 года. И идет инструкция на данный Powerbank. Как заряжать и все технические характеристики. Я взял с собой длинный кабель. Давайте сейчас проверим, как он будет заряжать. Так. Втыкаем сюда. Кабель фирмы Ugreen, который я беру постоянно. Все, включилась зарядка. Включились LED-индикаторы. Пожалуйста. Ну, вот такой вот красавчик. Чуть попозже протестирую в комментариях, отпишусь, как он работает. Ну, на первый взгляд, очень удобный. В ладони помещается. Можно в дамскую сумочку, можно в барсетку. Для зарядки телефонов очень удобная вещь. Потому что телефоны сейчас все пользуются с большими экранами, дисплеи. Быстро разряжаются телефоны. И поэтому вот эта вещь очень необходимая для использования. Кто часто серфит, сидит в телефоне, пожалуйста, зарядили, положили с собой. Он не сильно тяжелый. И, пожалуйста, в дороге, в путешествии, где угодно, можно его использовать. Все, ребята, всем спасибо, кто остается со мной, кто меня поддерживает. Сегодня у меня была на распаковке вот такой вот Powerbank.
кого заинтересовал, можем по ссылочке видео, под видео заходить и покупать. Всем пока, пальцы вверх, не забываем подписываться. Всем пока-пока.